Есть ли шанс вылечиться от аутизма? Если вы спросите любых специалистов во всех странах, они скажут однозначно нет. Ага. Да. Наша практика показывает, что да. И есть большое количество зафиксированных случаев. Не просто излечение, то есть это когда ребенок уже не обладает теми проблемами, которые у него были, но и официальное снятие диагноза аутизм, а также ДЦП, что, собственно, невероятно, но у нас есть немало людей и есть заверенные документы, нотариально заверенные в том числе, о снятии диагноза аутизм. То есть наша практика показывает, что это да, возможно, а иногда и необходимо. Потому что человек рождается не для того, чтобы быть инвалидом. С точки зрения еврейского мироотношения, человек создан по образу и подобию Бога, то есть он совершенный. Он не рождается для того, чтобы быть инвалидом, это не есть его естественное состояние. То есть то, что мы делаем, это с Божьей помощью возвращение в естественное состояние, то есть полного здоровья и, самое главное, созидание. Вот основной признак детей с аутизмом, это ЕСФ даже об этом делал лекцию отдельную, это то, что они не создают. Они не делают что-то новое, они не создают. Аутисты. Угу. Вот наша задача в том, чтобы помочь человеку, ребенку стать человеком созидающим. И практика показывает, отвечая на ваш вопрос, что да, это реально. Это подтверждено многими, очень многими семьями самых разных стран мира. Как мы говорили, к нам приезжают люди, в том числе сюда, в Баку, из со всех концов планеты, и из Европы, из Америки, из стран бывшего СНГ, со всех концов планеты. К вам приходят? А? Да, к нам, да. К вам приходят, ага. Ну вот, и их опыт показывает, что да, аутизм излечим, точка. Это если обращаться, вот как мы это делаем, к найти причину, органическое поражение, и вот с Божьей помощью его вылечить, тогда ребенок становится здоровым. То есть прежде всего физическое здоровье. Давид Бей söylüyor ki, eğer biz soruşsak ki, hansısa bir deyək ki, tibbi heyətdən soruşsak ki, autizmlə uşaqlar sağalır mı, tam sağalır mı? Sözsüz ki, deyəcəklər ki, yox, sağalmır. Tam sağalmır. Amma bizim çox illik təcrübəmiz bunu söyləməyə imkan verir ki, bəli, bizim təcrübəmizlə bu uşaqların böyük əksəriyyəti sağalır. Çünki bizim sənədli filmlərimizdə siz bunu özünüz də sənədli şəkildə görə bilərsiniz ki, uşaqların böyük əksəriyyətində diaqnoz götürülüb. Autizm diagnozunun götürülməyi bu artıq böyük bir şansdır, böyük bir xoşbəxtlikdir və biz buna öz təcrübəmizlə nail ola bilirik.